Всем салам алейкум. Сегодня вот чисто случайно встретил нашего прославленного, знаменитого борца Беляла Махова и хотел ему задать вопрос. Белял, ты надолго здесь, на родине? Ну как, на родине надолго? Не знаю, насколько это возможно. Вернулся домой, да. Ну где ты сейчас часто бываешь? Чаще бываешь? В основном в городе, да, по городу как-то. Хотелось бы узнать о твоих планах. Многие твои болельщики, фанаты интересуются. Ты как, сможем ли мы тебя увидеть еще когда-нибудь на борцовском КВН? Навряд ли. Пытаемся сейчас творчески развиваться, как-то восполнять то, что во время спорта упустили. Понятно. Ну, а планы какие, если не секрет, на ближайшие там месяцы? Ну, вот я же говорю, восполнять те пробелы, которые были упущены во время спорта. Не то, чтобы были упущены, просто до этого времени не было. Сейчас хочется уделить этому время. Это самообразовываться, как минимум, хотя бы. Ты следишь вообще за событиями в мире борьбы? Ну, не совсем, пока не до этого. Немножко абстрагировался от этого всего. Ну, не буду тебя долго задерживать. Твой любимый борец? Это провокационный вопрос. Все, кто хорошо борется. Понятно. Ну, удачи тебе, Белял. Все, вам тоже. Счастливо.